удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбатов. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет что надо. Пауков с ней можешь не бояться, а в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать.